Всем привет! Получил очередные посылочки с китайского сайта AliExpress. Сегодня у нас три посылочки и не знаю, в чем прикол, может мне так везет или нет. Вот эти две посылочки, одну я точно заказывал, а вторая, я так понял, в подарок. Но давайте это уже позже, то есть потом. Вскроем вот эту посылочку. Эта посылочка я заказывал не для себя и для себя, там подруга решила, уже я заказывал такие вот штучки, но это от другого продавца, их здесь должно быть, стоят они 23 цента одна пачечка, в пачечке 100 штучек должно быть, заказывал 5 штучек, 1, 2, 3, 4, 5, вот такого вот плана. Прошлый я уже заказывал, одну пачечку я попробовал, где-то у меня они лежат, не знаю, но эти более культурные, там просто в таком пакетике обычном были. Сейчас вам покажу, достану, вот я просто кинул, они так вот достались, вот такие вот шарики гидрогелевые или орбис, как их называют, вот такого вот плана, некоторые прозрачные вообще в воде не видно. Так что вот такая вот посылочка, так вот, руки мокрые. Итак, по трек номеру мне должна была прийти только вот это. Вот это все инициалы, все мое, но я ее не заказывал. То есть стоимость одной посылочки должна была составить $6.64. Здесь у нас очки виртуальной реальности. О, вообще шикарно запаковано. Здесь у нас китайский воздух, здесь больше ничего нет. Такого вот плана пакетик, вообще шикарный пакетик, но тут немного лопнуло или я зацепил. Итак, давайте посмотрим, что они из себя представляют. Вот еще некоторая инструкция, что где куда, QR-коды, где можно скачать и смотреть. То есть от 3,5 дюймов до 5,6 дюймов. Вот так вот крепится инструкция на английском и китайском языках. Итак, вот такие у нас вот очки. Сюда как-то надо открывается, вставляется телефон. Здесь у нас липучки. Где-то был у меня телефон, но сейчас я возьму его. Пока в чехле, а дальше уже на своем попробую. То есть 5-дюймовый, вот садится нормально, даже если он в чехле. Эти липучки, но если прижать, но я не хочу, будет все. Здесь у нас просто две линзы идут и все. То есть есть специальные еще очки, которые можно регулировать дальность. Ну, крепления такие на голову у нас. И сам такая, ну, не знаю, ну, это одни из самых дешевых. Так, и давайте. Я думал, здесь у меня вообще другая посылка, вот эти две. Ну, я не знаю, или Китай лоханулся, или нет. Но я не заказывал. То есть я заказывал только одни по этому трек номеру. То есть китаец мне два заказа отправил, две одинаковые посылочки. Так, это тоже в стороночку. То есть две одинаковые посылочки. Все та же самая инструкция. Китайско-английская. И все то же самое. Все те же крепления. Все то же самое. То есть те же самые липучки. Ну, не знаю, посмотрим. Но это уже будет продаваться. Здесь у нас, ну, видно халтура немного. Здесь клей. А здесь не было клея на все. А, здесь тоже кривовато приклеено. Но не знаю, как оно все будет. Так. Ну, оборвалась у меня съемка ненадолго. Ненадолго. Ну, неважно. Короче, все ссылки будут под видео в описании. Продавцу за вторые очки, конечно же, спасибо. Всем спасибо за внимание. До свидания.